Так, привет, ребята. Блин. Ага, вот. Чтобы видно было лучше, сыр, ну это хлам просто. Как вы, наверное, знаете, продают еду в основном просто говнище. Оно типа стандартам каким-то соответствует, но это не еда, просто сранина. Причем стоит это нормальная еда обычно. Вот Яак это стандарт. Там, я не вижу, там, может, какие-то ГОСТы. Можете посмотреть состав. Но я не хочу даже долго его показывать. Стоил он около 150 рублей. Это прилично. Это же штука 400 грамм, по-моему. Где она? Веста. Да. Буквы маленькие. В основном люди не видят. Так, вот код можете посмотреть. Если на будущее. Так. И просто он отвратительный даже для дешевого сыра. Как будто какой-то перемешанная, какая-то шпаклевка с водой. Просто ужасный. И цена ему, не знаю, 10 рублей. Или вообще просто ничего не стоит. Вот, состав там уж сами почитайте, не хочу больше рассказывать про это дерьмище. Ну все, пока.